есть кадры с шоу «Выжить в Дубае». Ты очень круто выглядела там. Вот посмотрите, фото, так выглядел Лейсан. Вы посмотрите. Я первый раз там стреляла из лука. Какие шортики, какая косичка, какие у тебя стрелы, какие мышцы, какая прическа, самое главное. А вот как выглядел Паша почти всегда, смотрите. Вы нашли это? Почему такая разница? Я так понимаю, что Паша всегда был за команду обычных людей. И снимался всегда 1 января. Да, это первая ночь, когда я переночевал в пустыне. Лейсан в итоге выглядела как оазис в пустыне. Я как перекати-поле вот этот, который...